Привет, друг. Я знаю, что ты скучаешь по старому формату, и мы к нему вернемся. Но пока я хочу воспользоваться, я надеюсь, что это получится буквально через несколько дней, воспользоваться тем случаем, что у нас в гостях на месяц Олег Рожнов. И мы попробуем ввести рубрику ответов на вопросы вдвоем. У нас в 9 случаях из 10 мнение совпадает, но в одном случае оно абсолютно диаметрально противоположно. Поэтому пишите вопросы, а, наверное, с субботы или с воскресенья мы начнем на них отвечать. Все в том же формате с первого дубля. А пока я хочу рассказать вот про это удивительное растение. Это древогубец. Но не круглолистный, к которому мы привыкли, а плетеобразный. И растение действительно потрясающее. Дело в том, что древогубцы – это семейство бересклетовых. И как минимум два вида находятся, произрастают на Дальнем Востоке. Это привычный для нас круглолистный и малоизвестный вот этот плетеобразный. Я когда увидела его в природе, я была поражена. Потому что он очень изящно смотрится на дереве и на опоре. Напомню, что все древогубцы в полной мере оправдывают свое название. Древогубец. Губящий дерево. Растение достаточно быстро забирается по стволу, раскидывается, словно шатер, на кроне дерева, и дерево, лишенное света, соответственно, фотосинтеза и питания, плавно погибает. Но надо отдать должным, эта картина потрясающая. Она смотрится великолепно. И если наш круглолистный – это такая мощная зеленая стена, то плетеобразный – это изящная история. Он, наверное, подойдет в том случае, если у вас опора, по которой он должен идти, ну, допустим, является приметом гордости. Ну, что-то вроде нашей арки. И тогда вот он не целиком ее закрывает, а точечно. И просматривается вся его структура. Скорость роста такая же большая. Если от метра до 3,5 за сезон. В зависимости от того, мальчик это или девочка, и в зависимости от места посадки и условий. Растение подлеска. Умеренный полив и богатый гумусом почвы. Красавец. Надо выбрать место ему в нашем парке. У меня есть пару идеек, но надо их согласовать с главным архитектором. Цепляйтесь. В субботу выйдем вместе с Олегом и постараемся ответить на все ваши вопросы.